будущий сенсей. Это первый урок из видеокурса «Элементы йоги для бойца». Сегодня мы с тобой будем прорабатывать очень важный и довольно непонятный момент – прокачку внутренней энергии. Я не дедушка Шаолинь, да, и прикосновением руки не покажу тебе будущее, но я точно знаю из многих и разных источников, и из своего опыта, что внутренняя сила или энергия есть у каждого человека. Но мало кто пытается ее открыть и увеличить, а это довольно важно, как для тела, так и для психики и силы духа. Сейчас я тебе покажу упражнение для прокачки энергетики, которое заодно неплохо разминает все тело. Его можно делать по утрам в качестве зарядки, а можно перед тренировкой, для того, чтобы набраться такой силы, энергии и зарядиться. Ну, приступим.